Камера видеонаблюдения запечатлела, как мужчина взламывает колясочную в подъезде и вытаскивает велосипед. Сообщница в это время стоит на стороже. Оказалось, что эта кража на счету пары не единственная. Тандему грозит до 5 лет лишения свободы. За что задержаны сотрудниками полиции? Задержана по краже велосипедов. Каким образом похищали имущество? С подъездов, с этажа, то есть с колясочных. Как велосипеды выбирали? По фирме, что подороже, по спортивнее, то есть спортивные велосипеды. Что делали с похищенным имуществом? В комиссионном магазине сдавали. Чаще всего велосипеды крадут из подъездов домов. Двухколесный транспорт нередко стоит прямо у квартир или на лестничной площадке. Один из способов защитить велосипед от кражи – противоугонные замки и тросы. 12-миллиметровый трос, то есть достаточно основательный. У него внутри металлическое плетение, сверху резиновая такая плетка, которая мешает как раз-таки механическим повреждениям. Цепи – такая солидная вещь, которую, в принципе, и мотоцикл при желании можно зафиксировать. Вот такой клепанный механический металлический механизм, который точно так же довольно гибкий, можно в принципе продеть и в колесо, и в раму, и приспособить ее к любой конструкции, где вы хотите оставить велосипед. Но самое надежное – это вот такая конструкция из литого металла. Это называется велозамок U-Lock, который крепится, например, за раму. Но даже такие устройства порой не останавливают злоумышленников. Краденые велосипеды чаще всего продают в интернете или сдают в комиссионные магазины. Последним во время приемки товара сложно проверить, как он оказался у клиента. Но при этом с каждым заключают договор. Проверяем и принимаем их только по паспорту. То есть записываем все серийные номера, отображаем их. В договоре у нас некоторые предоставляют и с великом документы, если документы утрачены, либо велик достаточно давно уже в пользовании, то уже сверяем просто по номерам. Мы как сверяем? Записываем, проверяем все нюансы, спрашиваем у клиента, что он о нем знает, да, то есть, грубо говоря, со слов, когда нету документов. Полиция постоянно приходит, проверяет, списывает все номера. Если выяснится, что велосипед украден, полицейским не составит труда найти вора. В прошлом году было зафиксировано 275 краж двухколесных. Из них больше половины раскрыто. С начала текущего года совершено уже 9 таких преступлений. Полиция Тюменской области напоминает, что не следует оставлять велосипед в подъездах. Мы рекомендуем нанести опознавательные знаки на свой велосипед. Кроме того, сфотографировать на мобильный телефон паспорт транспортного средства. По словам полицейских, самый надежный способ уберечь велосипед от краж – хранить его в квартире. Сергей Степанов, Эльшат Керимов, Тюменская служба новостей.